Я говорю, только машина. Да, да, да. Наташа, скажи, чтобы она крепко оставила. Ты помочь? Я. Не-не, я же все сразу. Так, а что ж мне? Ой, капусту. На двоих. На двоих. А что делать? Мне, может, даже меньшую половинку на один салатик. Сейчас, девочки, сейчас, минуту. Так. Ух ты! Ага, она зимняя. Можно она на салат не годится, да? Все годится на салат. А ты себе как-то, я не знаю. А я сама, Ир, да, давай. Теряю время. Да. Картошка. Ирина, давай сюда. Да. Так. Надо? Да. Перчик. Ага. Вот тут морковка и все. Томастая ситуация. Сейчас посадим подводить. Это на кубратуре, на датуре. Капуста надо? Ну, не знаю, я не разбираюсь особо. Так, дальше что? Катя. Остался. А ты, Катя, она ушла, наверное, вверх? Сейчас я гляну, что тут. Большая картошка, да? Да, надоело. А чем кабачок отличается от цукини? Разный вкус. Да? Да, разный. Чем? В чем он разный? Ну, разный вкус у них. Сам вкус если разный. Если зеленый, если сладче. Опять или 10 пакетиков, да? Да.
что пчелки, да? Тихо-тихо-тихо, не надо пилить, не надо. Я их не буду резать. Чтобы хватило. Ну, конечно, горячо. Что мне 10 капустин? Ой, это верно. Тоже все не выкладывай. Хорошо.